Так, на данном участке от Орского шоссе по проспекту Победы был реконструирован участок тепломагистрали в юго-западной части города. В результате реконструкции был вынесен участок наружу диаметром 630 мм и протяженностью 256 метров. При реконструкции были применены сальниковые компенсаторы, что позволило снизить протяженность. Также по оси данная магистраль была вынесена на 20 метров от проспекта Победы для дальнейшего благоустройства. В результате чего в 2019 году на данном участке высажена трава и благоустроены высажены деревья. Также мы поработали над тепловой изоляцией. В качестве тепловой изоляции были применены полиуретановые скорлупы. В качестве внешней изоляции от атмосферных осадков были применены оцинкованные кожуха. Скажем, эффектом от данных работ у нас стали снижение тепловых потерь, увеличение срока службы теплового хозяйства города Гая.